Ни один человек не бывает морально готовым к чрезвычайным случаям жизни. Все внезапно меняется в одно мгновение, особенно когда это касается потери близкого человека. В таких случаях порой сложно находить силы, чтобы продолжать прежний ритм жизни. Ведь в психологическом плане принять ситуацию куда сложнее. Как смириться с утратой и как помочь человеку при ЧС? Самое главное в работе психолога ДЧС – оперативность. Они, как сотрудники ДЧС, тоже считаются мобильными. В любой момент может что-то случиться, и они должны быть на связи 24/7. Если обычные психологи выходные и праздники отдыхают, то у них идет усиление. На сегодняшний день суицидальные деяния увеличиваются. Жертвами становятся и старшее поколение, и молодежь. Все из-за различных проблем. К примеру, нехватка денег, социальное положение или развод в семье. Могут быть болезни. Все это очень тревожно, и некоторые могут выбрать самый легкий путь – попрощаться с жизнью. Данные проблемы выявляются в ходе опроса, который проводят специалисты. Проверяется, какова нервная стабильность у этих людей, высокий уровень, средний, низкий или какой тип агрессии преобладает у этих людей, и есть ли у этого человека склонность к самоубийству. Все это определяется предварительной диагностикой. По результатам проверки я в дальнейшем работаю с этими людьми. В чем заключается работа психолога на месте возникновения ЧС? С чем им приходится сталкиваться? По словам специалиста, для начала они выезжают и оценивают ситуацию. Нужна ли серьезная помощь пострадавшим или нет? Во время чрезвычайной ситуации пострадавший человек чаще всего из-за трагического события не осознает свое состояние. Неадекватно себя ведет и не понимает, что с ним происходит. Задача специалиста – создать комфортную и доверительную обстановку для них. Тимерлан Исраилов, Адильжан Салаубеков, Азамат Бискенов, 77 News.